так настроились и выхватили бронзу. Вратарь Андрей Василевский – настоящий герой вчерашнего матча. Отбил все булиты. Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк ставит Василевского в пример внуку Максиму, тоже вратарю. Хороший стиль, похож немножко на мой. Василевский, как осьминог на воротах, а на выходных ловит рыбу, крупную рыбу. Вот так отправляет соперников отдохнуть Александр Овечкин. Жена Овечкина Настя в соцсетях призывала поддерживать нашу сборную до конца и следила, чтобы муж не забывал про главное предматчевое блюдо – спагетти с пармезаном. Макароны перед игрой и в бой. Ови сам неплохо готовит. Например, шашлык. Шашлык Ови. Сань, сколько сегодня будешь делать мяса? Сколько мяса будешь делать сегодня? Профи. У нашего нападающего Евгения Малкина есть ритуал. Он всегда выходит из клубного автобуса последним. Первым надо быть на льду. Удачи! Поддерживал нашу сборную и рэпер Баста. Моя игра, моя игра. Я. Мы говорим вам спасибо за упорство, за эмоции, которые вы нам подарили. Это наша игра, и мы в тройке лучших.